Приветствую вас на канале Готовим Дома, с вами я, Оксана Пашко. Сегодня мы приготовим очень вкусный желейный торт. Этот торт не только вкусный, но еще и эффектный и очень красивый. Этот торт вас выручит тогда, когда вы не захотите абсолютно ничего печь. И для приготовления этого торта не нужно обладать никакими навыками специальными, его может приготовить буквально каждый. А для его приготовления нам понадобится 25 грамм желатина, 100 грамм сахара, пол-литра сметаны, сметана может быть любой жирности. Также я взяла магазинное желе зеленого цвета и красного цвета. У меня вкус крыжовника и вкус клубники. Также нам нужна будет вода и форма, в которой мы будем заливать желейный торт. Я взяла вот такую кексницу. Сперва фруктовое желе и желатин заливаем холодной кипяченой водой. 25 грамм желатина заливаем 200-граммовым стаканом воды. Обязательно перемешиваем и отставляем до набухания. Фруктовое желе разводим количеством воды на 20% меньше, чем указано в инструкции. У меня в инструкции было указано 500 мл воды, я заливаю 400 мл. Фруктовое желе и желатин оставляем приблизительно на 15-20 минут для того, чтобы набух желатин. Спустя 20 минут начинаем делать торт. Берем первый цвет желе, у меня оно красное, и растапливаем его на водяной бане. Можно топить и в микроволновке, импульсами по 10-15 секунд, после каждого перемешивая до полного растворения. Помните, что желатин нельзя нагревать свыше 80 градусов, иначе он потеряет все свои желирующие свойства. Теперь заливаем первый слой будущего желейного торта и ставим в холодильник застывать. Второй слой будет из сметанного желе. Для его приготовления берем пол-литра сметаны и добавляем 100 грамм сахара. Перемешиваем и отставляем приблизительно на 5 минут, чтобы растворился сахар. После того, как сахар полностью растворился в сметане, добавляем растопленный желатин и обязательно перемешиваем. Все слои желе перед заливкой следующего должны быть полностью застывшими. Желе, которое заливается, должно быть комнатной температуры, иначе растопится предыдущий слой. Пока торт стоит в холодильнике, желе в миске может застыть. Если такое произошло, то растопите его опять. Так заливаем весь торт, чередуя цветные слои и заливая между ними белые. Удобнее всего желе заливать ложкой, так образуется меньше всего пузырей и легче контролировать толщину слоя. Для того, чтобы достать готовый застывший торт из формы, его нужно опустить на 10 секунд в воду, нагретую примерно до 50 градусов. Берем тарелку и переворачиваем на нее торт. Вот такой яркий, красивый и очень вкусный получился желейный торт. Вся изюминка этого торта именно в сметанных коржах. Они придают ему сливочный вкус, который отлично сочетается с фруктовым желе. Обязательно приготовьте такой торт для себя, своих любимых и близких. Если вы тоже любите желе, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до скорой встречи в новых видео.